Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Цай Лунь, китайский сановник империи Хань, которому приписывается изобретение бумаги. Родился в районе 50-го года, а умер в 121-м году. Родился в уезде Лиян, округа Гуйян. В 75-м году евнухом попал в императорский дворец. Евнухи существовали при дворах практически всех правителей империи и царств Китая. Многие императоры использовали евнухов не только для работы в своих гаремах, но и для выполнения разного рода заданий хозяйственного и административного порядка, позволяя им выполнять значительные роли в системе управления государством. В некоторых случаях, особенно при правлении малолетних императоров, евнухам удавалось занимать ключевые позиции во властных сферах. Я пользуюсь Википедией. В 105 году Цай Лунь подал доклад об усовершенствовании технологии производства бумаги, увенчавшей его деятельность. Император Хэ Ди пожаловал ему высокий титул министра и богатство. Проиграв в дворцовой интриге при императоре Ань Ди, Цай Лунь покончил жизнь самоубийством, выпив яд. До Цай Луня бумагу в Китае делали из пеньки, а еще раньше из шелка, который изготавливали из бракованных коконов шелкопряда. Цай Лунь растолок волокна шелковицы, древесную золу, тряпки и пеньку. Все это он смешал с водой и получившуюся массу выложил на форму. Это была деревянная рама и сито из бамбука. После сушки на солнце он эту массу разгладил с помощью камней. В результате получились прочные листы бумаги. После изобретения Цай Луня процесс производства бумаги стал быстро совершенствоваться. Стали добавлять для повышения прочности крахмал, клей, естественные красители. Ну вот так вкратце из Википедии о китайском сановнике империи Хань, которому приписывается изобретение бумаги, звали его Цай Лунь. Пока-пока, до свидания. Узнали что-то новое? Да и я узнал.